Летом в Нижегородской области сформировали новый состав общественных помощников, уполномоченных по правам человека и по правам ребенка. Вторым стала Екатерина Скворцова, заведующая отделом обслуживания библиотеки имени Маяковского. Осенью она приступила к своим обязанностям. Пока для меня это область и сфера деятельности новая, но по мере возможности стараюсь вникать, изучать законодательную базу, стараюсь консультироваться и в аппарате уполномоченных, для того, чтобы правильно как-то грамотно решать эти вопросы. По сути, общественные помощники – глаза и уши уполномоченных, которые не всегда могут выехать на место и оценить ситуацию. Спектр вопросов, с которыми можно обращаться к помощнику, широкий. Это и обращение о нарушении прав, свобод и законных интересов граждан, и жалобы на решения органов власти, учреждений и организаций. Проблемы, с которыми приходят саровчане, самые разные. Больше, пожалуй, всего это было таких социальных вопросов, касающихся решения жилищной проблемы. Также были вопросы о неуплате алиментов, то есть взыскании задолженности. Сразу хочу сказать, что морально, в принципе, тяжело, потому что люди приходят со своими проблемами. То есть это как бы тоже определенная такая эмоциональная, моральная нагрузка. Ну, как у человека отзывчивого эмоционально, у меня, конечно, желание помочь. И если бы это было в моих силах, я как бы, готова была помочь каждому. Но надо понимать, что даже уполномоченный не всегда может решить проблему. Общественный помощник может еще раз обратиться в компетентные органы, выяснить, какие документы необходимо собрать, какие действия предпринять. Если со своей стороны посчитает нужным, может от своего имени в интересах обратившегося отправить обращение в аппарат уполномоченного по правам ребенка или в аппарат уполномоченного по правам человека. Но это тоже не стопроцентная гарантия. То есть в любом случае обращение будет рассмотрено, консультация людям будет оказана, но не всегда ответ будет, положительный или такой, который удовлетворит запрос. Но я думаю, что, в принципе, уполномоченный, если будет много обращений, то есть не только из Сарова, а из других муниципалитетов, то уже будет понятно, что, например, такая проблема существует, и нужно уже вносить какие-то изменения на законодательном уровне. Прием общественного помощника проходит в первую рабочую среду месяца. Предварительная запись обязательна. При себе надо иметь паспорт и копию документов. Записаться можно по телефонам 8 962 507 31 86 и 9 90 28. Прием проходит с 16 до 17:30. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.